29 ноября в научной библиотеке Крымского федерального университета имени Вернадского прошла встреча студентов факультета информационно-полиграфических технологий Таврической академии с представителями издательства «Нижняя Орианда». Для нас это очень важно, потому что студенты в первую очередь знакомятся непосредственно с работодателем, знакомятся с профессионалом, и у них есть возможность обучиться тем, ну не только даже азам, да, именно их профессиональной деятельности, но в первую очередь, наверное, тонкостям, задать вопросы и получить профессиональные ответы по поводу того, как они в дальнейшем, когда они пойдут работать, с чем они столкнутся. Между Крымским федеральным университетом и издательством «Нижняя Орианда» существует договор о сотрудничестве. Весной 2016 года студенты-четверокурсники впервые прошли практику в издательстве. У нас подписан с этим издательством договор о сотрудничестве. Он долгосрочный, мы его тем более каждый год надеемся, что будем продлять. И в договор входит не просто прохождение практики нашими обучающими на базе этого издательства, но, конечно, это и серия других встреч, проведение круглых столов, мастер-классов, вот таких встреч, даже, можно сказать, открытых лекций с профессионалами именно в сфере издательского дела. Насколько профессия редактора увлекательная, настолько она и трудная. Ведь существует множество нюансов, объяснить которые студентам сможет лишь специалист своего дела. Теоретические дисциплины, они очень важны, но потом более важно еще их преломление, как ими воспользоваться и как их дальше всю жизнь расширять. Потому что редактор – это такой должен быть мистер всезнайка. Приходится работать на самые разные темы, там от археологии, биологии, зоологии, ботаники, там, не знаю, поэзии, художественная литература. И редактор, у него такое как бы свойство, он как бы соратник, спутник автора. И чтобы дать какой-то дельный путный совет, он должен сам стараться все время работать над собой, расти, пополнять свои знания. И, в общем-то, чтобы что-то хотя бы предложить автору и оказаться ему в помощь. Темы, связанные с книгопечатанием и изданием данной продукции в Крыму, всегда интересны для будущих специалистов. Ведь многие из них начнут свой карьерный путь именно в региональных издательствах. Вполне возможно, что студенты, будущие выпускники, в итоге останутся работать в Крыму, и, возможно, они даже пойдут в это издательство. И очень хорошо, что мы заранее можем увидеть, что это, как это, поговорить со специалистами, с профессионалами и понять, что это вообще такое издательское дело. Особенно, мне кажется, это важно для первокурсников и вот для нас, например, третий, четвертый курс. Первокурсники могут понять, куда они попали, чем они будут заниматься. Третьи курсники, четверокурсники уже могут более-менее определиться, что им интересно, какое направление, что в себе развить перед самым выпуском, чтобы им пригодилось. Кроме встречи с главными редакторами, в научной библиотеке КФУ была организована выставка «Знакомьтесь, издательство «Нижняя Орианда», посетить которую могли все желающие.